Здравствуйте, друзья. Снова я веду наш репортаж с утра. Сейчас довольно рано, где-то 7 утра с копеечкой. Это вот то, что наворотилось за первый день. Вот эта гора земли, которая здесь, она пойдет на вывоз. У нас примерно 30 кубических ярдов, что-нибудь 25 кубических метров земли будет увезено. Вот вы видите там... Вы видите ступеньки, и вот с этих ступенек, когда все закончится, будет сход на такую покрытую пейверсами площадочку. Поэтому вот видите, что бульдозер выравнивает там и всю эту землю оттуда убирает. Вот. Чуть левее вы видите траншею. Я извиняюсь, тут отражение в стекле, но тем не менее. Вот эту траншею, которая будет для сброса избыточной воды, так резервная. Ну и вот, это то, что за первый день тут накопалось. И апельсинчик, который там пророс, мы ему дадим шанс, он будет у нас тут дальше расти. Если хочет на нашем участке, пусть будет на нашем участке. Вот, пока так мы подытоживаем новости первого дня. Пользуясь тем, что еще не работает техника вот эта, и тихо я вышел на улицу. Вот вы видите, как оно делает отток воды от дома. Я надеюсь, что вам видно, вот угол тут такой идет от дома. И сюда тоже идет угол от дома. Вот, и там чуть подальше. Ну, давайте, может быть, вам мне удастся вам показать. Вот видите, тут красной полосочкой вот обнесено место, это то, где будет стоять беседочка. Вот фактически вот, вот эта каменюка, вот эта, она почти по центру. Ну, не по центру, но почти. По центру будущей беседочки стоит. Поэтому туда и траншея вот шла с проводами. Вот, ну и ближе к забору, он не будет таким высоким, как сейчас, потому что ближе к забору туда еще накидают земли, примерно фут лишний будет по сравнению с тем, как сейчас. Поэтому забор будет относительно поменьше. У нас там дискуссия была о том, что много денег взяли за прибитие двух досок. Это люди просто совсем не понимают, о чем речь. Значит, над этим делом работали 3 человека в течение рабочего дня. Доски непростые. Надо было укрепить вот эти опоры, на которых стоит забор. Они там бетонные, но... к ним крепятся вот эти вот стойки и так далее. Там довольно много было работы. Это просто как бы фундаментальное непонимание того, что с этим связано. И плюс доски сами по себе непростые. Это доски обработанные, они должны будут выдержать влагу, там грунт, который там насыпется и так далее. Это очень серьезно все. Гораздо серьезнее, чем может показаться там пацанам с молотком, клещами и двумя гвоздями. Я вам точно говорю. Вот, ну... Так, такие примерно у нас тут действия происходят. Сегодня суббота. Они будут работать сегодня. И, по-моему, даже и завтра тоже будут работать. Но у нас тренинг. Мы сейчас отправимся в наш офис, где Михаил Бородянский будет вести тренинг по взаимоотношениям между родителями и детьми. И там много чего будет. Там двухдневный тренинг с... 10 утра до 5 часов дня. То есть там такой большой тренинг. Так что вот мы не увидим ничего, что будет происходить. Мы увидим только результат, который я вам непременно покажу. Отчитаюсь, как положено. Счастливо!